Еще раз всем здрасте. Продолжение этого видео. Жарю курочку. Мариночка, иди, пожалуйста, туда. Жарю курицу для ужина сейчас. Морковку обжариваю. Тут у меня для супа. Все готовится. Жарим, парим и готовим. Сварила уже макароны. Сейчас курочку обжарю, дам ребяткам кушать. Так, приготовила ужин. У нас на ужин будут макароны с курицей и с кукурузой. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем добрый день, дорогие друзья. Вы на канале многодетной семьи Тарантины. Мы со Светой съездили в город. Свете сегодня надо было сдавать, как Света называется-то? ГТО. Это там нормативы по бегу, отжиманию, ну, всякое такое, короче, я не знаю. И также заходили в магазины. Ну, давайте начну с того, что начнем с Машиного подарка. Опять обсуждение насчет телефона. Мне писали, могла бы купить с рук за 3000, продавали. Ребят, с рук возьмешь, гарантии нету, что телефон прослужит долго. Мы не знаем, какой он по сроку службы. Я сегодня заходила в магазин. Я обещала ребенку. Я ребенку взяла. Взяла вот такой вот телефон. Вышел он мне вместе с чехлом и со стеклом 6000 рублей. Илюша, ты сможешь стекло наклеить? У меня, кстати, Илюша приехал на выходные, но он показываться не будет, потому что он без футболки. Сейчас, подожди. Вот такой вот чехол у него будет черный. Стекло. 500 рублей стекло, 500 рублей чехол. Это мне еще карту дали. И ну, сейчас да, я тебе билайновскую дам. Связную, это тебе зачем карту? И вот такой вот у нее большой телефон получается. Черный. Тут есть зарядка и больше ничего нету. Даже наушников нету. Сейчас нету в комплектах наушники. Надо будет покупать Маше наушники. В целом, ребенку я выполнила. Держи, Маша. Это твой подарок. Вот что тебе? Стекло он дай Илье, он тебе наклеит. Дай Илье стекло. Это там чехол одеть надо. Света, ну убирай себе кроссовки. Мне надо будет влажные кроссовки. Ну, так, дальше, что мы купили? Сейчас покажем. Так, ну, женские принадлежности показывать не буду. Дальше, что мы купили? У нас закончился шампунь, поэтому взяли Head & Shoulders. Также купили кетчуп. Сегодня хотим что-нибудь приготовить. Зашли со Светой, купили все вместе с чехлом и со стеклами 6000 штук. Купили резинку белую и черную. Дальше мы со Светой взяли... А, нет, это корм кошачий тут у нас. Потом дальше мы взяли мюсли разных видов. Банан, шоколад и я... Орех и яблоко, они со скидкой. Вот этот 59, этот 69. Дальше что купили? Батон нарезной, две булочки. И взяла такой хлеб еще. Дальше две булки белого и 5 литров молока. Вот это вот все наши покупки были. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и оставайтесь с нами. Так, сходили в магазин, что купили? Светик, на убирай яйцо 10 штук по 85 рублей. Зелень, лук с укропчиком. Дальше тут что у нас? Спагетти, яблоки с капустой. Здесь картошку взяли. Наша мелкая, поэтому не хотим чистить. Пакет мандаринов, пару огурчиков. А здесь овощи еще. Вот все покупочки. Сейчас хотим в город съесть, еще кое-какие продукты надо купить. Поэтому вот так вот. Если получится, то все покажем. Так, съездили мы снова в город. Сейчас покажу, что купила. Ну, давайте первое начну вот с этого. Купила 3 тетрадки авокадо, как у Маши. Такие же взяла Свете, Кате и кому там еще. Короче, ребятишкам тетрадки. На, Катя, убирай сразу. Дальше взяла ведерко майонеза. Дом, потому что майонеза нету. Давайте с этого начнем. Масло нерафинированное и 2 рафинированных. Жидкое мыло.
сыр, косичку детям покушать немножко, чай. Ваня, подожди немножко, хорошо. Это взяла крем-гель для душа в баню. Потом взяли напиток какао деткам. Две пачки. Ванечка, подожди немножко, пожалуйста, хорошо? Потом купили ветчину. Это будем сегодня, дети просят сделать окрошку. Делаем окрошку. Так, туалетную бумагу 5 рулонов. Кетчуп 2 штуки. Прошу прощения, кетчуп. Так, 2 штуки сказала уже. 3 курицы взяли. Дальше это я взяла, думала перекусить. То что-то голова кружится. Но не, так и не съела. Увидела свечки, заранее купила. Пусть лежат дома в запасе. Так, спагетти 3 пачки таких. Потом такие 2 пачки. И такие 2 пачки. Спагетти, короче, набрали. И 20 яиц. Также мы купили еще 12 килограмм сахара. Поднимать не буду, так как тяжелый. Вот такие вот в целом покупки. Вся моя зарплата ушла сегодня на все на покупки. Но я довольна. Маша довольна, самое главное. Если вам понравилось, не забывайте поставить лайк и подписаться на наш канал. Всем желаю всего самого хорошего и всем говорю пока-пока. Дорогие друзья, хотела показать телефон немножко. Многие скажут: Настя, где деньги взяла? Где деньги взяла? Ты же ноешь, денег нет. Я получила зарплату, и поэтому, да, денег мало, но телефон все равно взяла ребенку. Взяла его такой вот, вот такая вот фирма. Не знаю, как назвать. В нем 32 гига памяти. Ну, ребенку нравится. Сразу же брала стекло и чехол. Чехол 500 рублей, стекло тоже 500 рублей. Ильюша нам сразу наклеил вот так вот. Получает стекло, но Маше нравится. Маша уже сказала даже, что, Маш, тут игры, да, есть? А вот. Игры есть, по сути, все есть. Еще ничего не делали так. Но Маша что-то играла только? Видео. А, видео смотрела. Так что... Надеюсь, надолго хватит. Чехол такой бронеубойный. Ну, что-то прилипло тут уже. Ну, вот в целом вот такой вот телефон. Модель, потому что меня в Инстаграме спрашивали, вот такая вот. ZTE 120. Ну, вот. Сам телефон стоил 5000, плюс чехол и стекло, еще 1000, вот 6000 мы заплатили. Ну, ребенок доволен, а это самое главное. Всем привет, дорогие друзья! У нас уже вечер, и мы сели ужинать, и сегодня у нас на ужин окрошка. Напишите, чем вы будете ужинать, это будет очень интересно. Всем добрый вечер, дорогие друзья, еще раз. У нас время ночь. Ну, а я, как всегда, не сплю, я разрезаю курицу. Хотела сказать огромные слова благодарности всем, кто меня поддержал. Огромное вам спасибо. Я хочу также передать привет Ирине, Оле, еще двум Оле, Свете, Яне. Всем огромное, ну и многие другие имена, которые, знаете, с кем я общалась эти дни. После этого последнего видео хочу сказать огромное вам спасибо за вашу поддержку, за то, что вы уделили время, пообщались со мной, за то, что вы поддержали меня. Очень сильно вам это благодарна. Как вы поняли, я сегодня получила зарплату, купила ребенку телефон, хотя некоторые уже стали стебаться, что, мол, телефон подарили. Нет, ребят, сама купила. Мне никто ничего не дарил. Маша довольная ходит, счастливая. Ей телефон понравился. Ходит, играет. Видео смотрит. Только мы пока еще ничего не сделали. Там так чисто создали. Play Market подключили. Да что, больше пока еще ничего не делали. Времени не было. Поэтому вот так вот. Телефон хороший, ну, в принципе, так-то неплохой, но для нее, по идее, если ей заниматься, уроки, да что делать, ей будет нормально этот телефон. Там память у него хорошая, 32 гига памяти. Поэтому, как бы, ну, мне понравился.
Это бюджетный вариант телефона. Сейчас разрежу 3 курицы. Сегодня купила курицы, надо разрезать. И хочу на днях сделать, знаете, это что-то... Смотрела тут некоторые каналы. И что-то... Сидела, думала, что ж мне такое приготовить? Что-то вот то, что я ни разу еще не готовила. И потом думаю, я ни разу не делала манты. Я так хочу попробовать научиться приготовить манты. У меня нет, конечно, специальной мантоварки, или как она, я не знаю, как она называется, ребята. Короче, где манты варят, у меня нету этой емкости, но у меня есть обычная пароварка. Мне кажется, в пароварке оно тоже хорошо сварится, приготовится. Напишите, как думаете. Хочу научиться делать манты. По идее, оно то же самое, как пельмени, мне кажется. Если я ошибаюсь, то напишите. И вот так. Тут шкурки тайсона отлаживаю. Так что будем делать. У меня приехал Ильюша на выходные. Завтра уже, ну, в воскресенье, получается, уже обратно поедет. Они приезжали тут по делам, по каким-то, не знаю. И в понедельник он в колледже у себя заберет справочки и меня автобусом отправит. Я встречу, и мне надо будет доделывать документы на детское пособие. Да, я могла оформить от 3 до 7, но представляете, с каждыми документами мотаться. Сначала от 3 до 7 оформить, потом это оформить, то оформить, 5-е, 10-е оформить, и каждый раз это ездить в город. Зачем я буду лишний раз тратить деньги на дорогу, когда я потом все разом могу оформить и все. Да, я понимаю, что получилось бы быстрее, наверное, так бы, да. Ну, мне не к спеху, как бы. Принесет ребенок, справку получит, и я оформлю все документы. Так что вот как-то так. Мы сегодня делали окрошку. Ребята попросили окрошку, мы приготовили. Напишите, что вы готовили на ужин, мне будет тоже интересно. Так что вот так. Ладно, я сейчас разрежу мясо и потом покажу, что у меня получилось из 3 куриц. Курочки у меня все большие, я брала большие. Я беру обычно Акашево, мне очень нравится эта фирма курицы. Как бы цыпленок тушка и мягкое мясо. Мы как-то брали другую курицу, она, знаете, такое жесткое, грубое было мясо. А вот это вот Акашево мне нравится. Но мягкое, видите, и вот такая вот крупненько. Я стараюсь выбирать всегда самые крупные. Ладно, я сейчас мясо разделаю и к вам вернусь. Вы далеко не уходите. Так, все, разобрала я мясо. Извините, что говорю тихо, просто все спят. Что у меня получилось? Ножки. Вторая часть от ножек. Крылышки. Филейная часть. 2 суповых набора. И пакетик для Тайсона. Вот. С 3 курочек. Все, убираем это в морозилку. Все, теперь можно идти спать. Всем хочу сказать еще раз огромное спасибо. Я пойду спать, потому что я очень сильно устала. У нас время уже 2 часа ночи подходит. Всем спасибо огромное, что остаетесь с нами. Всем желаю крепкого здоровья. Всем говорю пока-пока.